Это странно, мне это вот, ну, не склеивается, что вот вы были там социальным таким мальчиком, которого психиатру водили. Психиатру меня не возили, меня водили к психологу, детскому Дмитрию психологу, Деброву, да, в 3-4 года. Немотивированная агрессия. Психолог сказал, немотивированная агрессия пройдет. В общем, прошло. Поскольку за свою жизнь я ни разу, значит, не ударил ни одного человека и не коснулся даже по лицу никого. Вот, поэтому... Хотелось? Нет. Никогда? Я не умею это. Я не могу себе представить это, я не в состоянии это сделать, у меня рука не поднимается на лицо человека и вообще, в принципе, на человека. Можно не обязательно по лицу, есть масса других мест. И по другим местам тоже не поднимается.